Здравствуйте, дорогие мои зрители. Вот я сейчас вот снова открыла интересную штуку со своим фитнес-клабом Union Lido.com. Какие-то, как называется, кемпинги. Кемпинг 5 звезд со своими фитнес-клубом, со своими парками, со своими горками для детей. Я такое даже не знала, что в Езула существуют такие зоны, где все для детей, все для родителей. Посмотрите, как интересно. Игровые зоны. Как все интересно. Все для детей, все для родителей. Все так ухожено, парки. Такой был большой фитнес-клуб. Со своими магазинами, барами, ресторанами. Как интересно вообще. Buonasera. Aspetto qua io. Vengo con te, ti seguo. Вот такие вот пятизвездочные кемпинги. Кемпинг. Пятизвездочный кемпинг. В. Кавалино рядом Лидо ди Езула. Все для детей, для отдыха детей. Все для отдыха детей. Как интересно. Как интересно. Тикет. Все так интересно. Да, рай для детей здесь, я смотрю. Но когда моя Мелиска, маленькая внучка, подрастет, я, наверное, сюда буду проезжать. Буду здесь отдыхать. Смотрите, вот такие вот коляски сейчас модные в Европе. Вот такие коляски. Кладут детей туда. Некоторые кладут собачек своих. Я не ожидала, что такое есть. Ну что ж, мы сейчас идем на ужин. Вот смотрите, какие карусели в парке для детей. Всем привет! От Джасминки Витаминки.